похуй вообще. Бомжатский браслет. Чьи это месячные? Значит, денег не положили, что ли, сюда? Это твоя вечеринка. А, хуй с ним, блядь. Чужины кальянной индустрии немного сомневаюсь. Опачки, опачки. Ребят, всем привет, с вами Давадым. И сегодня у нас обзор... Не обзор. Да, сегодня у нас анбоксинг новогоднего бокса от компании MacLeod. Собственно, вот такой вот боксик с виду охуительный. То есть, как бы сделано все красиво, есть пару вмятин, но это все хуйня, да? Давайте, собственно, его открывать, смотреть, что у нас внутри, разбирать и думать, говенный бокс или сойдет, да? Получается, на магнитиках, вот так вот он открывается, и первым, что мы видим эту черную мантию. И, собственно, давайте смотреть, что у нас там внутри. Сразу давайте вам прочту, чтобы вы понимали, да, что внутри. Скорее всего, хули я вам, блядь, здесь наебываю, типа, будем смотреть, что внутри, блядь. Вы уже прекрасно у всех в историях все увидели, да? Собственно, вот такая вот бумажечка, брошюрочка. Друг, сегодня точно твой день. Ты держишь в руках не просто коробку, это больше, чем новогодний подарок в твоих счастливых руках. Жемчужина кальянной индустрии. На самом деле, я вот тут насчет жемчужины кальянной индустрии немного сомневаюсь. 9 брендов, 9 неравнодушных и действительно любящих тебя производителя. Мы готовы сделать праздник, сделать твою вечеринку. Это твоя вечеринка. А ты готов? Тогда открывай. А мы, собственно, уже все открыли, да? Давайте, собственно, смотреть. Первым делом нам попадается что? Нам попадаются рекламные брошюрки, ну и, соответственно, весь этот бокс – это одна большая реклама брендов, да, грубо говоря. Собственно, первая брошюрка у нас Дую, это бестабачная чайная смесь. Ну, не знаю, судите сами, но чаечек не очень люблю. Так, далее, да, дальше идет у нас такая брошюрка от Чебаки. В принципе, то же самое, да. И давайте, собственно, уже пойдем к таким реальным вещам, не брошюркам и не к макулатуре, да. А AliExpress, hello. Так, погнали. Наверное, начнем с того, что прислал сам MacLeod. MacLeod прислал вот эту вот штучку. Красивой баночки. Все прикольно сделано. MacLeod 0.25. На самом деле, я долго думал и смотрел в историях. Блядь, что же это, сука, за жидкость такая, блядь? Чьи это месячные? Признавайтесь. На самом деле, это настойка. Один даже чувак просто наспор ее выпил и понял, что это настойка. Я, соответственно, тоже понял, что это настойка, блядь. Ладненько. Идем дальше. Так, у нас есть бутылочка Нилитекса. Да? Это чистящее средство. На самом деле очень годное, хорошо моет. Я даже ей посуду дома мою, потому что у меня после обзора Нилитекса осталось, наверное, большие две банки. И их достаточно хватает, чтобы помыть посуду. Так, идем дальше. Чашечка MacLeod Bowls. Это, собственно, чашки MacLeod. По форме классическая обычная турочка. Да, вот такая вот хорошая. Больше похожа на египетскую. Такая же вся неопрятная, из такой глины. Ну, круто, круто. Чашечка, тем более турочка, как бы всегда нужна. Здесь ты не поспоришь с этим вообще никак. Так, идем дальше. Spectrum Energetic. А вот это уже интересно. Получается, пачка у нас безакцизная, не для продажи. Да, на ней ничего нету. Собственно, да, новая пачка Spectrum, круто-круто. Так, идем дальше. Так, два вкуса Чебаки из линейки Medium. Помело и Бузина. Эти пол-то новые вкусы, а может и нет. Непонятно, да? Чебак тоже бестабачная кальянная смесь. Ну, я не знаю, что с ней делать, да? Дую, то со вкусом персика, всего одна пачечка. Тоже, ну безакцизная, да. Хуй с ним, блядь. Похуй вообще. Так, дальше, да? Уголь Дафт, такой мини-комплектик, мини-упаковочка угля Дафт. Хороший уголь, но что-то он прям очень-очень потрепался. Прям конкретно упаковочка у него потрепалась. 25-й. Так, такая же примерно коробочка силы кокоса. Кьёку Турбо.
Так, идем дальше. И, собственно, Инферно. Здесь есть, да, пока есть, что самое здесь крутое, это Маклауд, Чашка, Спектрум и Инферно, да? А, собственно, такие полезные вещи. И уголек. Насчет чайных смесей, ну, не знаю, достаточно спорно. Учитывая, что я, в принципе, их не очень сильно люблю и только добавляю для миксов из-за мощной, хорошей ароматики, то вот это круто. Но в этом боксе есть один самый годный приз, то есть самый годный подарочек, и я до него сейчас дойду. Дальше, вот такой вот дешманицкий, просто дешманский бомжатский браслет. Я вообще не понимаю, нахрена он нужен здесь. Ну, могли просто бы не ложить его, я не знаю. А, артефакт Хука, прикольная коробочка. Это у нас мундштучок. А, он тоже сделан из акрила. А, видно хуевую обработочку, потому что вот здесь прям такие занозы. И вот тут он даже немного потрескался. То есть, да, в целом идея прикольная, молодцы, круто. На самом деле достаточно прикольный, потому что такие вот мундштучки из акрила сейчас очень дорогие, и не каждый может себе позволить. А тут вуаля, и еще, сука, все на халяву, блядь. Так что, как минимум, достойный бокс новогодний. Так, да, сейчас мы все так же упакуем красивенько. Такой вот, чтобы боксик был. Так, дальше идет мундштук Дую с ленточкой с ландьярдой, с мундштучком а-ля Дарксайд. Но не такого ебейшего качества, как у Дарксайда, да? А, идем дальше. Так, ну и, собственно, самый ебейший подарок. Это вот такая вот штучка. И я думаю, все ее хотят. Вот она прям ебейшая-ебейшая, да? Это вот такая вот вилочка с черепком. И ей прям очень-очень удобно что-то делать. И это, как я понял, маклаудовская вещь. Чисто маклауда, потому что череп очень похожий. А, явно это не вергбунд. Да, потому что материал другой, и ковка, и все такое, да. Ну, очень круто, ну, согласитесь, пиздато, да. Собственно, на этом у нас все. Так, интересно, а что, денег не положили, что ли, сюда? Ладненько. Поэтому вот такой вот боксик, а на самом деле это здорово. А, я, правда, не знаю, будут ли эти боксы рассылаться обычным людям, поэтому я решил сделать так. А, вникай. Совсем скоро, буквально в течение там, ну, 5 дней, у меня стартует охуительный большой новогодний конкурс, где будет больше 40 подарков и будет больше 40 победителей. И вот этот бокс там будет разыгрываться прям вот полностью, что есть в боксе, будет там разыгрываться. Помимо этого, там будет еще огромная куча кальянов, аксессуаров, даже вергундские комплекты. А табаков и заебические запасы угля, да? Поэтому подписывайся на мой канал обязательно, чтобы не проебланить и не получить новогодний подарок, да? А то проебланишь и не получишь новогодний подарок. И на мой инстаграм. Поэтому это вот такой вот анбоксинг Маклауд бокса. Называется он Show Must Begin. Типа шоу скоро будет, да? Я просто хуй узнает, как на английском, да, это переводится. Я просто профан. Поэтому вот такой вот маленький короткий выпуск на анбоксинг. Думаю, вам всем понравилось. Вы все довольны, ставите лайки, смотрите по несколько раз, да, от начала до конца. И надеюсь на такую же активность, когда вы будете участвовать в моем крупном новогоднем розыгрыше. А пока, мисс, это все. Всем пока-пока. Это Мята Кострома. Так что пока-пока.